Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами, и вы, кстати, об этом, уважаемые родители, тоже говорили, и учителя, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. И если какие-то чрезвычайные ситуации, помните, мы с вами тоже учились, у нас не было мобильных телефонов. Да, и в школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут, есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках, вот в соответствии с санитарными правилами, использовать мобильный телефон не допускается. Ну, кстати, это тоже использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье малышей и детей. Поэтому здесь тоже этот момент нужно учитывать.